14 октября компания «Верхневолжская АТП» провела экскурсию для учеников Верхневолжской средней общеобразовательной школы Калининского района. Ребятам показали и рассказали, как работают водители, с чего начинается их день, а также продемонстрировали и прокатили на новых автобусах. Наталья Чекет продолжит. Прокатиться бесплатно на автобусе и в нем же заехать на мойку – такая возможность выпадает не каждый день. Однако ребятам, которые в этот день посетили Верхневолжское АТП, такой шанс предоставился. Школьники впервые побывали на действующем транспортном предприятии и увидели, какую работу каждый день выполняют специалисты. И в начале экскурсии, как принято, детям рассказали об истории предприятия. Далее все отправились смотреть диспетчерский пункт и медицинский кабинет. Наше предприятие имеет 4 колонны. У каждой колонны свой медпункт. Ребятам рассказали, что транспортное предприятие – это не только водители, а полный штат сотрудников, которые обеспечивают работу организации. Всего это около 1100 человек, включая контролеров, автослесарей и других специалистов. Экскурсия вызвала большой интерес у ребят, неравнодушных к технике. Очень понравилось. Понравилось все. Очень классно. Когда вырастем, придем сюда, наверное, работать. Ну, да. Очень интересно. Показывали нам все вот... инструменты, как работают водители, расписание. Ну, понравилось. Руководство Верхневолжского АТП уверено, что для кого-то из ребят посещение предприятия может стать первым шагом в выборе будущей профессии. Наше предприятие в штате числится более 40 профессий. И мы надеемся, что школьники выберут для себя профессию, которая им понравится, и молодые специалисты пополнят наши ряды. Ранее подобная экскурсия была проведена для учеников Пушкинской средней общеобразовательной школы Калининского района, а также 22-й школы Твери. На моей памяти детям больше всего интересовала стоимость автобуса. Приходят мальчики, да, и вот одна девочка заинтересовалась профессией водителя. Именно вот она говорит, я хочу стать водителем. В завершении экскурсии ребята получили памятные подарки от Верхневолжского АТП. А подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем для учащихся школ Твери и Калининского района и рассказывать ученикам о профессиях транспортной отрасли.